Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим. Меня зовут Богдан. И сегодня у нас закажи и расскажи 6. Сегодня у нас доставка китайской и азиатской еды. Пинг-понг называется. Ребята, у меня вчера был день рождения. Все как обычно, весело, круто. Давайте, как видите, мы живы, не помяты. Наш чек получился на 153 гривны. Сегодня вторник, а у них по вторникам скидка 80% на вторую лапшичку. Да, мы заказали яичную лапшу с курицей XXL и удон в сливочном соусе со свининой XXL. Довезли очень быстро, перезвонили качественно. Говорит, качественно перезвонили, да, Китай? С особым знаком якости. Кнопку нажали правильно, звонка. Да. Не, довезли быстро, это вот действительно, потому что мы уже третий раз пытаемся на нее обзор сделать. Да. И все время не получалось. Ну что, давайте разворачивать. Вот такие на скрепке тут присутствуют. Присутствуют крепкие, ребята. Сейчас начнем обзирационную. Так, и что нас приветствует? Лицензионные пакеты. Лицензированные, ребята. Так, у нас тут салфеточки и две палочки. Две салфеточек, палочки. Ну нормально. Уже, знаете, радует начальство. О. Купил себе новый чехольчик, сидите. Ой, вот такие вот, две. Вот такие вот. Ой, красота. Тяжелые, увесистые. Так, твоя у нас 13-12. Они вот тут вот по номерам так обозначены. Так, друзья, моя лапша стоила 127 гривен, а Богдана 125. Но так как скидка, получилось 100 гривен. 40% получается. И за все 153 гривны. Итак, посмотрим. Лайк, кто любит скидки. О. У нас еще такая карамбулька, смотрите, необычная. Ой-ой-ой. Чтобы вы понимали. Забита почти под отвал, она весит, ну не знаю. Грамм 600, по-моему, если на сайте смотреть. Мясо предостаточно. Лапшичка, свеженькая, овощи. Ну мы перепутали, это наоборот твое, а это мое. Почему? Или у меня с курицей? У меня со свининой. А, ну да, вот курица. Ребята, вот мое с курицей, смотрите. Вот прекрасная вот такая вот вся эта начиночка. Разворачиваем палочки. Кстати, теплая, очень теплая. Да? Ага. Ну что ж, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает. Заценим. Так, начинаем этот обзервационный период. Знаете, когда мы открываем коробочки, начинаем пробовать. Итак, первый, я сегодня не ел еще, сейчас обед. Я тоже. Пасочку съел чуть-чуть и все. Кстати, с праздником всех. Так, первое впечатление, ребята. Мясо тут предостаточно. Коробка вообще огромная просто. Ребята, очень вкусно. Такую заказать? Реально, заказывайте по вторникам, очень классная скидка. Угу. Овощички такая вот, брокколина. Вообще, вы знаете, мне эти коробочки напоминают фильмы про Джеки Чана. Помните там, где он шел по всяким базарам, там люди сидели и... Да. Класс. Знаешь? Ну, очень вкусно, реально. Куски мяса, смотрите, какие хорошие, большие. Не заперчено, знаете, острым таким струбчиком. Чувствую вообще никакого. Друзья, лапша классная. Очень. С омлетиком идет каким-то вообще. Я съел четверть и уже так вдоволь приел. Здесь 600 грамм, да. Всего лишь? Угу. Всего лишь 600 грамм, чтобы наесться двум людям. Друзья, тут все сбалансировано. И мясо, и лапши, и овощи. Омлетик какой-то, очень вкусно. Если вы хотите перекусить, допустим, с друзьями или с девушкой, на природу, да, в парк можно заказать. Угу. Вчера мы ходили на фильм «Форсаж 8». Очень классный, рекомендую. Просто рекомендую. Вчера у меня была днюха, еще раз повторюсь. Поздравьте. День рождения. Поздравьте, кому не лень. Кому не лень, говорю, поздравьте с днем рождения. Ребята, эта лапшичка за вас естся. Вот. За вас чудесно, за вас любимых. А у меня вот так вот это дело выглядит. Смотрите, как классно. Вы, наверное, думаете, что мы в каждой доставке говорим, все вкусно, все классно. Угу. Ну, друзья, ну а как по-другому, если что? Нам за это платят миллионы. Не к чему придраться. Ну, коробка классная. Картон плотный. Лапша проварена хорошо. Тут мяса достаточно, а не как, вот знаете, наплеванное и нормальное. Да. Предлагаю поменяться. Давай поменяемся. Я же хочу сюда найти именно сайт. Ух ты, у тебя выглядит красиво. Да? Такая более желтая. А у тебя такая порванная немножко. Ну это свинина у тебя, да? Ну да. Ребят, вкусы разные, хотя на вид очень похожи. Да. У Богдана такая более как макароны чувствуется. Угу. А у тебя вообще такая дистанция. Вот, друзья, я обожаю вот эти грибы. Вот эти, они такие вкусные, резиновые такие. Мне больше моя нравится. Да, мне тоже моя. Да? Угу.
Тепленько. Сегодня нам повезло, согласен. Да, быстро, качественно. Да. Все как салфетки есть, все есть. Да, палочки. Правда, вилочек не приложили. Может, ну кто-то, знаешь, палка не умеет. Ну, это раньше надо было просить. Хотя, наверное, да, надо указывать. Сейчас я вам расскажу, что входит в состав. У меня яичная лапша с курицей, правильно? Угу. Ребята, в мою входит в состав древесные грибы, болгарский перец, грибы-шампиньоны, спаржевая фасоль, ростки сои. Ростки сои, кстати, вот они тут ярко выражены. Да, у тебя их много. У меня их очень много. Ростки сои. Имбирно-кунжутный соус, соевый соус, куриное яйцо. Одно. Яйцо. Яичная лапша тут тоже есть. Знаешь, как сказал? Как будто я считаю ингредиенты какого-то другого блюда. Тут есть яйцо. И куриное филе, вот все. Ну и Макса там всякие тоже приколочки полагаются. Брокколь попалась очень твердая. Да? Как пластмасса. Ай. У тебя чем? У меня удон в сливочном соусе со свининой. Так, друзья, а у меня капуста брокколи, капуста цветная, морковь. Болгарский перец, лук-порей, ростки сои тоже присутствуют. А мне хрустят на зубах. Имбирно-кунжутный соус тоже, соевый соус. Сливки есть. Сливки? Ну да, это ж... Ну, сливочный соус. Да, да. Куриное яйцо, друзья, пшеничная лапша и свинина, соответственно. Ну, тут все по граммам. Классно. Вот, смотрите, друзья, элька, это у нас весит 400 грамм. А если мы нажмем на XXL, то мы увидим, что это 600 грамм. Но 600 грамм это, конечно, сильно, это мощно. Я мы не съем, я оставлю на потом. Да, я тоже, я думаю половинку оставлю. Как правда, перед кем-то. Ну что, друзья, последнюю лапшизну съем. Ребята, я уже наелся очень сильно, так вкусно было. Да, я тоже. Видео про вареничную обязательно будет, обязательно. Вы его ждите, просто это внеплановое закрыли, расскажи. Какие твои впечатления? О, да супер. Мне понравилось тоже. Сегодня нам классно повезло, быстро, вкусно, позвонили. Ну все как надо. Да. Кстати, я хочу снять видео еще для вас. Называется оно «Год использования Apple Watch». Рассказать вам, кто думает о том, покупать, не покупать. Очень здоровская вещь. Я вам детально расскажу в следующем видео об этом. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новое. Голосуйте в подсказках, какую еду в следующий раз заказать. И пишите в комментариях обязательно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.